Друзья, вот я сейчас перешел на меню помощи. В King Profit есть меню помощи, и в создании бота написана полностью инструкция, как его нужно создавать, что конкретно нужно делать. Все это вы можете почитать здесь, а я вам сейчас покажу, как это делать на практике. Мы в первую очередь должны создать бота в Телеграме для того, чтобы взять токен данного бота. Это делается очень быстро. Мы, по сути, переходим вот по данной ссылке или набираем бот Fuzzer в Телеграме. Вот я захожу сейчас в Телеграм, вбиваю поиск и видим вот этот вот бот Fuzzer. Переходим сюда и нажимаем кнопку старт. И у нас выходит сразу все его функции, какие у него есть. По сути, нам нужно только создание нового бота. Это верхнее вот это вот меню New Bot. Мы нажимаем его. И тут мне предлагает выбрать название. То есть название вашего бота. О чем ваш бот? Ну, я на примере проекта King Profit буду делать название. Ну, примерно так я вот наугад взял, нажал «Далее». Теперь он мне говорит, что я должен выбрать юзернейм, то есть именно непосредственно логин вашего бота. Ну, например, вот такой вы можете любой. Можно вот так даже это стереть, вот получится покороче чуть. И нажимаем «Далее». И все. По сути, бот готов. Мы видим адрес нашего бота и мы видим токен. Токен, который нам нужно будет ставить на сайте. В принципе, нам больше этот бот не нужен. И мы, по сути, просто копируем сначала название и переходим в меню на сайте. Итак, друзья, вот мы в меню на сайте и мы создаем нового бота. Здесь вы увидите ваши боты, вы сможете их через конструктор редактировать, можете копировать, либо поделиться ссылкой, и, соответственно, они создадут такого же бота. Я создаю новый и нажимаю кнопку «Создать». Мне нужно название. Название мы берем, по сути, это название для сайта, для вас, то есть название этого бота внутри сайта. Но я делаю название таким же, чтобы потом не путаться и не думать какой-то конкретно бот. Поэтому я вам рекомендую вставлять название именно самого бота. И здесь мы должны указать токен. Токен, который нам выдал бот. И мы копируем данный токен вот отсюда. Я скопировал и теперь вставляю во второе поле. И нажимаю кнопку «Добавить». После чего, вот я увидел его в списке, и я могу нажать на конструктор, могу даже не оплачивать, пока его не запустил, но советую вам сразу его оплатить, потому что вы сможете его видеть в Телеграме. То есть пока вы не оплатите, в Телеграме вы его видеть не сможете, но сможете пользоваться конструктором, изменять, что хотите делать. Но оплатить лучше, потому что вы увидите сразу результат своей работы и, грубо говоря, создали что-то на сайте, и после этого сразу посмотрели, что произошло в этом боте, какие изменения произошли, все ли вас устраивает. Поэтому я сразу нажимаю «Оплатить», выбираю здесь 6 месяцев, вы можете выбирать сколько угодно, год, два, вот 2 года, $20, и я нажимаю «Оплатить». Все, теперь произошла оплата, и вот я вижу, что активен до 24 года. И захожу в конструктор непосредственно. Вот, зашел я в конструктор и вижу здесь две кнопки. У нас нету пустое меню. И здесь я нажимаю «Редактировать». Сюда я могу также в данное окно либо вставить текст, либо вставить сразу какую-то ссылку. Ну, например, заходите. И вставить ссылку на командный чат. И нажимаю «Сохранить». Я не стал менять этот текст, вы можете поменять. Нажал «Сохранить». Все. И теперь мы можем добавить также сюда изображение какое-то. Вот, например, выбрать файл. И выбираю изображение, которое я хочу видеть в этом боте.
и нажимаю кнопку «Добавить». После чего мы видим уже данное сообщение. И здесь мы можем добавить меню, что основное. То есть это приветственное сообщение, по сути, и картинка, которая будет показываться, когда только человек запустит бота. Но мы можем добавить меню. Нажимаем «Добавить» и, например, вписываем «Маркетинг». И ссылку, если мы здесь ставим ссылку сразу, то это не будет расширенным меню, это просто будет кнопкой, которая будет вести на эту ссылку, которую мы ставим. Если мы хотим меню, в котором еще будут дополнительные кнопки, то мы просто вот так делаем, нажимаем «Добавить», и у нас появляется данное меню. Здесь мы можем также добавлять. Вот, например, если я вобью сюда кнопку «плюс» и уже вобью туда, например, ссылку на маркетинг, ну, к примеру, вот просто любую вставлю ссылку, не по нашему проекту, неважно, для такого ролика пойдет, поставил, нажал «добавить». И также я вижу, что я могу в данное меню добавить изображение. Нажимаю кнопку «Добавить», выбираю файл и выбираю «Маркетинг». Нажимаю «Добавить». Все, у меня будет сразу и видео, и сразу будет картинка. И, например, я хочу еще добавить видеообзор дополнительный еще. Например, и ввожу сюда ссылку. Вставил ссылку, нажал кнопку «Добавить». То есть в данном меню у меня уже выходит картинка, вот это видео, и есть кнопка «Полный разбор маркетинга». Еще нужно нам всегда в каждое меню добавлять кнопку «Назад», чтобы возврат на главное меню, грубо говоря. Поэтому я нажимаю кнопку «Добавить» и пишу «Назад» и пишу «Добавить». Нажимаю, и вот у нас появилась кнопка «Назад». И вот здесь вот две кнопки появляются. То есть первая – это создать команду, которая выполняется по данной кнопке. То есть это мы можем поставить ссылку, переход на видео и так далее. Либо выбрать уже из существующих команд. У нас одна команда всегда по умолчанию записана. Первая команда – это главное меню. Я нажимаю вторую кнопку и выбираю ID команды 2, то есть она у нас самая верхняя. То есть ID команды 3 это переход на видео, а ID команды 2 это возврат, то есть она всегда будет наверху. И нажимаю кнопку «Сохранить». Все, теперь у меня кнопка «Назад» перемещает на главное меню, и я могу посмотреть данный бот. Но еще хочу пока что добавить еще там какое-то меню, например. Например, напишу командный чат и сразу вставляю ссылку, которая идет от чата. Нажал «Добавить». Вот мы видим, у нас уже два меню. Еще нажимаю «Добавить связь со мной». И вбиваю свой логин, например, Telegram, и нажимаю «Добавить». Все. Вот уже у нас связь со мной, команды чат, маркетинг. Ну, еще там ссылка для регистрации, да. И указываем ссылку регистрации. Они все сохранены у меня. Нажимаем «Добавить». И уже у нас 4 меню. То есть эти без перехода у нас. То есть без других меню. Здесь мы видим, что, видите, здесь появилось окошечко. А здесь просто сразу переход. То есть мы можем добавлять либо меню, расширять в это меню еще меню, в это меню еще меню. И не забываем кнопочку «Назад». Ну, вот такого простого бота мы создали за минуту. Это очень быстро, очень просто. И, соответственно, чтобы мне посмотреть, что в боте, мы переходим «Назад». Копируем логин данного бота и переходим уже на него в Телеграме.
Вот у нас появился рекламный сервис. И нажимаем кнопку «Старт». Вот мы вы видите, что картинку, которую я поставил сразу, вот она. Вот у меня тоже, что я вставил. Ну, этот текст, вот этот бот, не забывайте заходить в команд-чат, то, что я вставлял. Вот мое меню. Связь со мной сразу будет переводить на меня. То есть вот она сразу переводит на меня. И маркетинг, вот видите, здесь мы видим, что здесь у нас идут сразу ссылки. То есть сразу переход. А когда мы нажимаем маркетинг, то открывается вот такое вот меню, где вышло видео, которое я поставил просто, да. Потом полный разбор маркетинга. Также я могу открыть данное видео или отменить. И кнопка назад, которую я поставил. Вот таким макаром мы очень быстро можем сделать абсолютно любого бота, любую воронку, по сути, и с помощью нее увеличить коэффициент любого нашего проекта, продажи любого товара, и делается это очень быстро. По поводу того, как вам скопировать данного бота, есть вот здесь две кнопки. Если я нажму «Поделиться», у меня выходит данная ссылка, и когда человек делает «Копировать», нажимает, у него уже, ну, он перешел по данной ссылке, у него сразу он перейдет на вот это вот меню. Название он пишет уже своего бота, то есть название для него. А токен — это вот как раз тот токен, который мы получаем в Телеграме, как я вам показывал в начале. То есть мы пишем название для себя, но опять же копируем название бота, логин бота, который мы создали, и в токене указываем тот токен, который нам дал Телеграм. Бот Телеграма. И нажимаем кнопку «Добавить». У вас автоматически сразу скопируется весь бот со всеми его менюшками, и вам нужно будет только его отредактировать. Это настолько вообще быстро. То есть также вы увидите его в списке, нажмете «Конструктор», и также поменяете просто свою чужую ссылку на свою, и бот готов. Таким образом, просто все команды со всех проектов будут залетать к нам, потому что это просто супер удивительный инструмент, очень быстрый, простой и незаменимый для каждого сетевика. Вы сейчас прекрасно знаете, что, ну, не только даже для сетевика, а для многих людей, потому что люди за бота отдают, я знаю, что минимум 1500 рублей, и после этого им его сделали, все, они уже не могут его редактировать или надо опять платить. А здесь вы в любой момент, вас что-то не устроило, что-то вы захотели поменять, зашли, подредактировали, добавили новое меню, или отзывы вам новые, или еще что-то. То есть онлайн это все происходит. И, соответственно, ну, конкурентов на данный момент с конструктором ботов King Profit нет. Вот. Дальше, друзья, будет больше появляться новых услуг, и в данном конструкторе будут появляться новые функции, которые будут все новые добавляться, и плюс еще другие рекламные инструменты, другие возможности, которые нужны вообще для заработка в интернете, просто необходимы. Всего это стоит $5 за полгода пользования данным сервисом, данного бота. То есть по ценам тоже 300 рублей, это очень дешево, ну, доступно абсолютно каждому. И еще незаменимый момент, то что все эти $5 уходят в партнерскую программу и распределяются между участниками проекта. И, соответственно, когда вы купите бота, кто-то с этого заработает реферальный бонус 30%, и еще 70% будет распределено по маркетингу. И, соответственно, вы также можете зарабатывать в данном маркетинге, можете приглашать, брать свою ссылку. Я вот, видите, приглашаю, 102 партнера в первой линии у меня уже есть. Вот, поэтому все это окупается, и проект развивается, и, соответственно, если вы создадите хорошую команду, вы обеспечите себя очень хорошим доходом, который может быть и 300, и $500 в день. Вот, чего вам и желаю. Всем удачи, друзья, и спасибо, что смотрели. Всем пока.